Транспортные коридоры север-юг и юг-запад являются одними из важнейших направлений развивающегося по восходящей линии Азербайджана-иранского сотрудничества. В этой области ведутся интенсивные работы, что создает широкие возможности для сотрудничества двух стран. Для полной и всесторонней реализации этих маршрутов важное значение обретает процесс объединения железных дорог Азербайджана и Ирана. Работы в этом направлении начались после подписания 23 февраля 2016 года соглашения о координации железных дорог Азербайджана и Ирана и о строительстве железнодорожного моста через реку Астара на азербайджано-иранской границе. Строительство моста длиной 82,5 метра, фундамент которого был заложен 20 апреля 2016 года, было завершено в марте 2017 года. За этот же период было осуществлено строительство более 16 километров железных дорог на территории Азербайджана, в том числе 8,5 километров дороги от азербайджанской станции Астара до границы с Ираном и более 7,5 километров внутристанционных путей. 3 марта 2017 года по этому железнодорожному пути из Азербайджана в Иран был запущен первый тестовый поезд. После подписания 13 июня 2017 года двустороннего соглашения между азербайджанскими и иранскими железными дорогами со стороны азербайджанских железных дорог на территории Ирана начались строительство грузового терминала общей площадью 35 гектаров, который азербайджанская сторона арендует сроком на 25 лет, и железной дороги длиной 1,4 километров от границы двух стран до терминала, который также арендуется сроком на 15 лет. За прошедший год были построены общий грузовой терминал, контейнерный двор и внутритерминальные дороги длиною более 1800 метров. А 9 февраля этого года по железной дороге Астара-Азербайджан-Астара-Иран был пущен первый тестовый грузовой поезд, и на терминале был осуществлен процесс разгрузки вагонов. В целом терминальный комплекс Астара будет состоять из 4 терминалов. Общий грузовой терминал, контейнерный терминал, зерновой терминал и нефтяной терминал. На начальном этапе пропускная способность терминала составит 1,2 миллионов тонн в год, а в ближайшем будущем этот показатель достигнет 3,5 миллионов тонн. Новый терминал упростит железнодорожное сообщение между Ираном, а также странами Персидского залива с Россией и Европой. 27 марта 2018 года состоялось открытие первой фазы железнодорожного проекта «Астара-Астара» и был заложен фундамент зернового терминала. Дальше намечено строительство 167-километрового участка от станции Астара до станции Рящ для полного соединения железных дорог Азербайджана и Ирана. После завершения этого проекта скандинавские страны Россия, Азербайджан и Иран будут объединены в единую сеть и будет сформирована единая железная дорога с севера до Персидского залива. В то же время будет легко перевозить грузы по железной дороге от иранского порта Бендер-Аббас страны Европы и Черного моря через территорию Азербайджана. После соединения железных дорог Азербайджана и Ирана грузы будут перевозиться от иранского порта Бендер-Аббас в страны Европы и Россию по железной дороге по единым документам и еще более низким тарифам, что будет способствовать увеличению грузопотока на маршруте. Можно с уверенностью сказать, что объединение железных дорог двух соседних государств, имея огромное региональное значение, которое увеличит транзитный потенциал Азербайджана и Ирана, а также скажется на увеличении грузопотока через территории двух стран.